Я Казев Руслан, мне 15 лет, представляю спортивно-патриотический клуб «Ярополк». В этом клубе занимаюсь больше полугода, достиг немалых успехов. Я являюсь чемпионом Москвы и Московской области по рукопашному бою и смешным единоборствам. До этого жил и занимался на Украине смешными единоборствами. В связи с обстановкой на моей родине я переехал в Красногорск. Я хотел бы выразить свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за то, что они сделали для нас. Я считаю, это великий подвиг. Вас называют группой «Чай вдвоем». Почему? Ну, потому как в группе «Чай вдвоем» Стас и Диос. Ну и мы со Стасом. Илья Сергеевич дал мне погонял Диос. Поэтому в клубе меня называют Диос. А кто из вас главный? Стас. А почему он главный? Он красивее меня, у него больше бицепс. Лучше меня поет и танцует. И что? И на него больше внимания обращают девушки. Ох, ничего страшного. Сына на вторым. Встречаем Казея Руслана в клубе «Ярополк». Самый маленький солист группы «Чай вдвоем» Руслан Казев, спортивно-патриотический клуб «Ярополк», город Красногорск.